О, видите, он поднимается. Да, да, поднимается. Ребятки, мы кота забрали, сейчас перегружаем машину, летим к Стойкову в Гливаху. Всем большое спасибо, кто помогает животным. Вот, Масик, все будет хорошо, все, нету времени долго снимать видео. Перегрузили котика, всем огромное спасибо, он жив, увидели, все в порядке, едем. Спасибо всем, кто помогает животным. Жизнь, Котя, все будет хорошо, малый. Ребятки, 20:07 на месте. Ребята, котик в тяжелом состоянии доставлен в клинику к Стойкову. Сейчас будут проводиться мероприятия. Спасибо всем большое. Ребята, котик из Козина, которого нашли на свалке, у него ошейник, это кот домашний и перелом позвоночника тяжелый. Так, ребята, приехали мы в клинику к Стойкову, Animal Health в Гливахе, и сделали рентген, тут все подтверждается, тут полный разрыв спинного мозга, скорее всего, и перелом позвоночника, как вы видите, со смещением. То есть шансов на то, что ходить котик будет, нет. Так, ребята, котику будут проводиться все необходимые мероприятия, взяты анализы, будут проводиться диагностические мероприятия. Пока что оперировать не будут, операция, возможно, будет, там, может быть, завтра, послезавтра, через несколько дней. Закрепят позвоночник, тот, который болтается сейчас, ходить он не будет, там полный разрыв спинного мозга, и дальше будем искать хозяев. Поэтому, если есть возможность, кто находится длительное время дома, может быть, пенсионеры, очень будем искать новый дом. Напомню, этот котик Козя найден был в Козине, в клинику к Стойкову в Гливаху мы его привезли. Вот, к сожалению, ходить он не будет, но жизнь спасти можно. Сколько он там был, неизвестно. Обратите внимание, здесь вот такой ошейник желтого цвета. То есть котик домашний, на дворовых котах такого нет. Ну и видно, что кот, в принципе, не дворовой, домашний. То есть он получил травму, судя по всему, и... Его просто выбросили. Сколько он лежал, неизвестно. Мог лежать и больше суток, мог лежать до дня 2-3. Еще не зарегистрировали? Да-да, сейчас будем регистрировать, проплатим. Держать связь. Да, я оставил данные уже. Хорошо. И тогда вы торжественно назначаетесь ответственным. Да, я согласен, я согласен. Тут просто... Хорошо. Хорошо. Ребята, всем еще раз добрый вечер. На улице практически ночь, это на телефоне чуть ярче. Мы сделали для Кози сегодня все, что могли. Он сдан в клинику, им занимаются сейчас сразу несколько врачей. И операция уже будет планироваться по состоянию, когда состояние позволит ему перенести наркоз. Я внес задаток 12 тысяч гривен. Стоимость операции может быть примерно 1010, может быть больше. Придется ставить много конструкций, чтобы закрепить конструкцию позвоночника. Но шансов на то, что ходить будет, к сожалению, нет. Мы его спасли, привезли. Дальше за его жизнь борются врачи клиники Animal Health Стойкова. Всем огромное спасибо. Тошка вместе с нами терпеливо был. Вот чек на оплату. Всем спасибо, кто помогает. И огромное спасибо компании The Cars за транспорт, который позволил быстро доставить котика.